Священный рубеж не отдали врагу. Подвигу подмосковных защитников Отечества было посвящено областное торжество в преддверии Дня Победы. Ветеранов из муниципалитетов региона пригласили в концертный зал Дома правительства Московской области. Участников торжества приветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил собравшимся о сражениях, которые проходили на подмосковной земле, о людях, совершивших подвиг и отстоявших столицу. В годы войны каждый четвертый житель Московской области ушел на фронт. Это больше 1 100 000 человек. И 356 000 из них не вернулись домой. Воспоминания о той кровопролитной войне живы и поныне. Чтобы еще раз отметить силу духа и мужество наших отцов, дедов, прадедов, традиционно городам и поселкам Московской области присваивают почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». В этом году ими стали город Лобня и деревня Степыгина городского округа Домодедово. Буквально каждый город и деревня Подмосковья внесли свой вклад в победу. Глава региона пожелал всем ветеранам войны и участникам торжества мира, здоровья, благополучия, добра и счастья. Вечер продолжили творческие коллективы и исполнители с разных уголков Подмосковья. Своими выступлениями порадовали и приглашенные звезды эстрады Юлия Началова, Александр Маршал и Кристина Арбакайте.